Идеально лучше сделать вот этот грамм-трон без партнера. Говори громче, все, начали. Да, смотрите, партнер может заводить вот этот скрестные руки, вы будете думать, что это можно сделать грамм-трон, то лучше не делать, потому что это быстрое ведение, он там прошел, что-то сделал и так далее. Как только партнер хочет дать окошечку партнерши возможность проявить себя, он тут делает паузу. Мы уже выворотно развернулись, да. Далее, как только поднимается рука, партнерша может сделать этот грант. Да. И вы можете использовать меня как опору, потому что здесь у меня вот он, да. И оттолкнуться, да. Опора. А теперь медленно. Медленно? Вот то, чтобы понять, как ей дать понять, что я хочу, что она делает ровно. Вот что? Для того, чтобы партнерша поняла, что она может что-то сделать, нам нужно сделать паузу. Вот здесь. Не сразу вести руками, а сделать паузу. И даже потом, после этой паузы, медленно поднимать руку, чтобы партнерша смогла спокойненько собраться, понять, что есть время, и сделать этот грандброс спокойно. Если, например, вы не хотите, или вы, например, говорите, сделай ронд, но при этом ведете вот так, быстро руками, она ничего не успеет ни сообразить, ни понять. Ей надо еще перенести вес. Да, причем, чтобы ей перенести вес, опять же, нам нужно использовать тактику стоп сигнала, момента, мы тут остановились. Мы сейчас даже вместе, может быть, вниз опустимся, а потом выйдем на это. А, вот. То есть для того, чтобы сделать мах ногой, я лучше немножко присоединить. Да, это тоже преп. Да. Преп перед движением ногой. Когда мы делаем горизонтальный преп, мы делаем в другую сторону, а когда мы делаем вертикальное движение, мы делаем преп вверх вниз. Абсолютно. Да. И там еще чуть-чуть, чтобы я назад могла отклониться, тогда вот этот... Да, чтобы корпус не вперед пошел к ноге, а наоборот назад. Тогда и нога будет выше, и вам будет вот удобно. Вот на эту ручку. Возьму ногу, я сейчас выворотно сделаю, носочку. Да. Итак, из корпуса мы отклоняем назад, еще раз. Вот. Я как бы носок должен впереди идти. Ну, мне так он не поворачивает. Ну, вообще, на будущее просто стараюсь. Да. На будущее стараюсь, носок должен идти впереди ноги. Да. Вот, ну, вы посмотрите на камере, когда вот партнер помогает, например, да, как я сейчас отклонил ваш корпус, поднял ногу, и, в принципе, вот эта картинка. И такая должна быть. И это можно использовать как партнера, практически на него лечь. И в принципе вы можете даже сделать маленькую акробатику таким образом, что взять ногу партнерши здесь, и вторую она уже добросит сама. Он фигуру уже не придумал. Вторую ногу вы уже сама добросите, а первую он партнер поможет.